Добрый день, друзья! У нас сегодня стихотворение «За ужином». Написала его Анна Карандашова. Алёша плохо держит ложку. Все учат за столом Алёшку. Павлуша говорит: «Не так, зачем ты взял её в кулак? Ты за конец её возьми, вот этим пальчиком прижми». Пыхтит Алёша, сердится, ложка в пальцах вертится. И вдруг он взял ее как надо. И папа рад, и мама рада, кричит Павлуша. Молодец! Он выучился наконец. Алеша кашу всю покушал за маму, папу и Павлушу. Когда я в детский сад пойду, меня похвалят там в саду. Вот какой малыш молодец! Все съел, пустая тарелка. И правильно держал ложку. Всего вам доброго. До следующей встречи.